Краткое содержание рассказа «Кавказский пленник» Саши Черного. Если в двух словах, то «Кавказский пленник» – это добрая и поучительная история о том, как дети решили переиграть грустную историю о пленных офицерах на свой лад. А теперь немного подробнее. Погожим весенним днем, когда все было очень весело и радостно, грустили две сестренки. В глазах Вали виднелись слезинки, а Катя стояла рядом, надувшись. Девочки только что прочли рассказ Льва Николаевича Толстого «Кавказский пленник», и это произведение очень взволновало их. Девочки были одни дома, и не у кого было спросить, на самом ли деле произошло все то, что описано в книжке. Наконец Кате надоело дуться, и она сказала, что Жилин, наверное, обязательно вернулся и проучил татар, которые его мучили. Вале понравилась эта идея, и она добавила, что офицер должно быть хорошенько высек их крапивой. Девочки принялись мечтать. Они хотели, чтобы благородный Жилин в итоге отпустил татар, дал Дине медаль за отвагу, а после бы женился на ней. Девочки отправились в сад, где заметили яму с прошлогодними листьями. Они решили сыграть в кавказского пленника, но только на свой лад. Жилин стал их товарищ Мишка, а Костылин – уличный пес Тузик. Сестры поначалу были татарами, а после перевоплотились в Дину и ее подружку. Дети очень весело провели время, играя в пленных офицеров и жестоких татар. Под конец девочки присоединились к Мишке и Тузику, которые сидели в плену в яме, и стали любоваться небом. Когда вернулась мама, она долго не могла найти сестер. И принялась их громко звать. К ее удивлению, она обнаружила девочек в яме. Валя и Катя радостно прижались к маме и уже не понимали, отчего им было так грустно. Ведь «Кавказский пленник» оказался на редкость забавной книгой. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.